Гвардейцы там укрепляются. Не поможет. Если я захочу прорваться, ему это не поможет. Я знаю. Хорошо летаешь. Я знаю. Оу, сурово. Сурово, это когда Карскин швыряет противотанковую гранату этому господизаднику в лоб. Это сурово. А что происходит? Не разделал. Минус половину хп. Ого. Ну а что ты хотел? Противотанковая граната, космодесантник. Хотя, по идее, должны его разорвать на куски. Снайпера? А, не, опустошители. Я там что-то дофига войск у Гвардоса скапливается. Не страшно, мы их прибьем. Че нам, первой что ли убивать, а? Скажи мне. Shouting to those who oppose the Imperial
Это было, конечно, немного неожиданно. Я старался. Снайперы? Да. Терпеть их не могу. Мы вообще знатно укрепились на левом фланге в центре. Кто? Я знатно укрепился на левом фланге и центре. Интересно, мне кое-что сейчас интересно, кое-что будет очень интересно. Я сейчас просто пущу ракету просто так в сторону этого гвардоса. У него там техника есть? А? Сейчас, погоди, погоди, я вижу у него силиск. Я вижу не. Смотри, видишь его силиск? Смотри. Где? Силиск у него на фланге. А, вижу. А, ща, блин, ты меня подстрелил. Сейчас я просто отойду и выстрелю из другой части карты ракетой одной. Интересно, ладно? Давай. Блин, не работай. Как они это сделали? Может, он хитрый? Да не, ракета вообще не вылетает. Ее как будто бы и нет, ничего не вылетает. Это как понять? Что? Бах ты, имперский штурмовик! На, в голову! Что? Сейчас своему гвардейцу хреново будет, если он не прекратит стрелять меня. Ты знаешь, что его... его артиллерия вообще мне урон не наносит. Знаешь почему? Чтобы ранить космарян, нужно у него попасть. Рядом ему как-то полно. Ему плевать как-то. Ну действительно, что сделает ударная волна космодесантника? Вот скажи мне. Давай посмотрим. Я не могу вообще все города владеется. У него еще появился этот Мантикора. Слово бандура. Ой, ё, Мантикора! Ребят, отступаем! Ребят! Пиздим Мантикору! О, как летает, а! И одновременно атака дредноутами! Плохо ты, гвардеец, закреплялся!
Нифига ты ему вынес. А, черт! Еще и ты подъехал! Кошмар! Ну как так превозмогать, вы скажи мне? Ты юный превозмогант! Как превозмогать, а скажи мне? Мне войска вообще не хотят двигаться. Интересно, почему? Во, все, наконец. Чаба превозмогает! Время прокта осмотра! Этому вынес все просто на часы. Так, ну нахуй! Отпустите меня, камушки! Ну, давай, быстрее. Nice. 12 выстрелов Мельтагана, ты чё ожидал? Кэш! Слово. И не говори, ты знаешь, что удерживает мой правый фланг, где гвардеец? Один скаут и вот этот вот мельтаганщик. Сырого, да? Пришел один озорной парень! Знаешь, кто это такой? Блин. Полтора раза крепче обычного. А все уже! ГГ. А вот вспомнишь вчерашним?